Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы до сих пор стоим на корме корабля, это значит мы продолжаем с вами проходить Skyrim, у меня в руках буран, короче, я тут что-то пробовал сделать, но мне не хватает магии, короче говоря. Может быть, когда-нибудь она подкопится и нам хватит, чтобы использовать его вместе с Катавасией нашей. Кто не помнит, что такое Катавасия, это как ее... Которая всех противника заставляет, короче, дурить и мудрить, и в итоге они все начинают друг друга бить. Мы с вами выполнили в прошлый раз квест по, собственно, воровству из сейфа, и тебе надо вернуться, наверное, в этот, в гильдию воров, поехали. Сразу прям туда. Мы сейчас сдадим и возьмем другой. Кто-то там писал, проходи ее полностью, там что-то какие-то очки надают. Я не хочу ее полностью проходить. Там, кстати, еще могут дать бесконечную отмычку, что ли, какую-то, но я тоже что-то не особо горю желанием. Просто пройдем до конца этот квест, и все. И потом пойдем... Ты че, сядь. Потом мы пойдем в темное братство с вами делать. Мы с вами сбегаем к Авентусу, там куда-то надо зайти, что-то там, короче, сделать, так придут там, о, и начнется, короче, веселуха. А здесь в конце должны дать какую-то классную броню, насколько я понимаю. Так, вставай. Подойди на секунду. Зачем? Ты кто такой? Ты тут многим нравишься. И мне тоже. А, не, я не хочу учиться стрелять из лука. Я и без этого нормально умею, я вообще этим не пользуюсь. Все пошло наперекосяк. И Мавин в ярости. Я тебе говорил, не сжигать больше трех ульев. Да пошел ты нахер, случайно. Пока что. Но про свою долю можешь забыть. Мудак, я, короче, что за хер? Я случайно тебе реально говорю, ну там просто пшикнуло что-то. Там тут стоял с дезодорантом, пшикнул, что все загорело. Про что-то ты помнишь в итоге. Так посмотрю. Мудак. Оренгот продал златоцвет? Да. А что это ему в голову взбрело? Вот, поэтому и сжег, я все понял. Он представляет, как обозлится Мавин, когда выяснит, что ее подвинули. Но он еще узнает. Если бы только тут было имя покупателя, а не этот странный символ. Не знаешь, что это такое? Знаю. Нет. Да, Эдра, их забери. Что ж, я поспрашиваю своих и поговорю с Мерсером. Ага. А сейчас беги к Мавин Черный Вереск. Ага. Она потребовала именно тебя. Без проблем вообще. Так, хорошо, мне давно пора с ней познакомиться. Не сильно радуйся, это тебе не в гости к бабушке. Это деловой разговор. А что, типа пузо даже не набьешься это ничем? Это касается только тебя и Мавин. Я предпочитаю не встревать. Молодец. Просто держи ухо востро, а рот на замке, и все будет в порядке. Как много, слышь, больно много претензий от вас и больно много просьб. Начу-то неправильный мед. Да. Неправильный медицинский Давай институт. Не знаю, неправильный метод, это вообще плохо. Прикинь, тебя будет... Куда ты закрываешься? Прикинь, тебя будет учить неправильный врач. Это же печально. Как громко. Это же печально. Так, где нас тут находится? Какая-то баба, она, по ходу дела, глава этой гильдии воров, если я ничего не путаю, наверное. Мы же все... Ты что, прыгай. Мы же с вами пытаемся все в нее до конца вступить. Где она там, эта бабища? Вон она стоит. По-моему, это тёлка, да? Ну да, точно, привет. Мавин Черный Вереск, нихера у тебя погоняло. Так это тебе пришло в голову сжечь златоцвет. Именно. Ты хоть представляешь, сколько мне будет стоить твоя выходка? Да мне насрать. Я поражена, что тебе вообще хватило наглости заявиться сюда. Да-да-да. Прошу прощи. Я где, бля, вариант плюнуть ей в лицо? Мы с тобой говорим только потому, что Бриньольф меня заверил, что ты не завалишь еще одно дело. Завалю. Он уверяет, что у тебя какой-то неслыханный дар по этой части. Да. Честно говоря, мне не очень-то верится. Да и пошла ты туда. Че тебе надо от меня? Так, в моем деле лучше никого нет, поняла? Это что, уверенность? Да. Или простая гордыня? Не исключено. Удивительно, но их часто путают. Ай-яй-яй. Бриньольф очень давно не присылал ко мне никого, на кого можно было бы положиться. Ты чё, не веришь в гильдию, что ли, мать? Дорогуша, я ни в кого не верю. Что ты атеистка какая? Меня волнуют только причины и следствия. Сделана ли работа? И сделана ли она правильно? Ага. Тут нет оттенков. Даже 50? Не будет проблем? Надеюсь. Проблем не будет со мной. Я даю тебе важное задание. Да ну? У меня есть конкурент. Медоварня Хонинга. Ага. Я хочу вывести ее из дела. Да всего-то лишь. И еще я хочу знать, как они смогли так быстро открыть медоварню и запустить производство. У них спонсор Газпром, наверное. Че там все быстро запускается. Отправляйся в горцующую кобылу в Вайтране и найди Малия Макия.
Он быстро введет тебя в курс дела. Окей. Вайтран, в старый дом... Если до тебя сразу не дошло, не выполнишь работу как следует, сильно пожалеешь. Ой, я прям сейчас, по-моему, немножко брызнул на трусы, мать, я пойду постираюсь. Как напугало. Так, Вайтран нам надо. Ну погнали, Вайтран. Старый добрый Вайтран, как давно мы там не были, буквально уже целую серию. Так, нам надо с вами поговорить с Макелеем, Макалеем, с Малием Макием, с Макалеем Калкиным каким-то. А где он находится-то? Где-то тут. Поехали. Походу, дело рядом с конюшнями. Это обитает человек. Да смотри, она угрожает. Мне все угрожают. Вторую серию делаем эти гильдию воров. Вторую серию нас с вами... Какую вторую? Нас с вами унижают уже постоянно. Ч, Вайтран надо или куда? Чё мне показывает, что указатель там в Вайтране? Чё за херня вообще? Это, извините, что я вашего Если брата сжёг. Монеты, я, кстати, почитал ваши комментарии. Вы так все были недовольны тем, что я сжёг, это убил того Каджита. Я, если честно, даже не думал, что такое вообще у кого-то вызовет бомбление. Ну, серьезно, он какой-то второстепенный персонаж же. И если он Каджит, то почему сразу должен он жить всегда? Как кто-то там, по-моему, написал, он вообще пришел в гильдию магов, чтобы что-то своровать. Ветер холодный. Насрать мне на твои посевы. Многие писали, что надо было, короче, убить вампиршу. Я тоже потом подумал, что надо было действительно убить вампиршу, с которой мы бегали. Я просто реально никого, кроме Каджита и никого, кроме Литки, не помнил. Но если выбирать из Литки и Каджита, тот выбор вполне себе очевидный. Если бы я, наверное, убил Литку, у меня вообще там просто сразу бы засрали и убили бы самого, наверное. Поэтому, ребятки, я... Спасибо. Я не со зла убил Каджита, не думайте, что я такой прям скотина. Именно его я хотел убить, я просто никого больше не было на примете. Если бы можно было... Ты чё смотришь? Я тебя не боюсь, ясно? Хоть я и младше. Иди нахер. Не знаю, что я ей ответил. Так, горцующий кобыла, подождите, сейчас давайте это... Чтобы было как серию внезапно назвать, я установлю ребенка себе. И спасибо. Где тут дети? У меня же есть детская комната, я, по-моему, ее строил. Не имею против магии разрушения. Только не вздумай мне тут набедокурить. Ладно, чувак, без проблем. Где-то тут был ребенок. Ни в коем случае. Где-то тут был ребенок, я хочу. А его, короче, и нету. Ну, нету, нету, ладно. Следующее. Это кто разговаривает? Всегда обращайся с женой уважительно. Как она этого заслуживает? Хорошо. Будет защита других поселений. Да хорош уже бубнеть-то со мной. Нету ребенка, где-то бегал, тут беспризорник какой-то полулысый. Хотел я его сейчас установить. Ну, пойдем сюда в горцующую кобылу. В следующей серии в какой-нибудь. Меня уже много просят, много серий просят установить дитё. А, кстати, еще вроде говорят, можно на Литке жениться. Тоже можно попробовать, почему нет? Жениться на Литке, и пусть она нормально дома сидит в качестве жены, а то просто какая-то поберушка сидит и все. Мы как раз подложили дров. Подложили дров, молодцы, куда мне? Ага, привет, мать. А, ты не мать, ты бать. Что? Буду краток, потому что у нас много работы. Владелец медоварни Хонинга, Сабьорн, устраивает дегустацию для капитана стражи Вайтрана. А мы должны... Ты можешь помолчать, чувак? Защищать край родной, будем мы день за днем. Сейчас, сейчас, я песню, я тащусь от этой песни. Стохнет Ульфрик, изменник лихой. Как ты сгинешь, так будет у нас мир горой. А-ла-ла-ла-ла-ла, все? Мы скорбийские дети, битва нам словно мать. Что ты на меня косишься, дурак? Светлый, каждый нам жизнь отдал. Он не понимает этого восторга. Он сидит, смотри, посмотрите внимательно его рот. У него губы в таком этом, как будто врезаешь такой... И поплыл, короче, поплыл в слезы. Давай, нет, говори. Нет, в этом вся прелесть плана. Да ну. Мы хотим, чтобы Сабьорн сам его нам отдал. На медоварне проблемы с грызунами. Весь город это знает. Крысиный яд и мед плохо сочетаются, понимаешь, о чем я? Ну, типа того. Ты просто окажешься рядом и поможешь бедному старому Сабьорну. Каким образом? Он даст тебе яд, чтобы потравить грызунов. А ты подбросишь немного яда в чан с суслом. Угу. Умно, действительно. Мы с Мавин долго это планировали. Нам нужен только кто-то вроде тебя, чтобы пройти туда и сделать дело. Без проблем. Теперь иди.
пока Сабьорн не отрастил мозги и не нанял кого-то другого для черной работы. Без проблем. Помни, Сабьорну понадобится помощь. Помню. Так все, ребятенка-то мы где-нибудь встретим тут по дороге или нет? Бегал какой-то пацаненок же лысый, он сказал там, что-то такое. Он вот тут все время обитал, я же помню. Куда не пропал? Вон, девка, наверное, еще и девку может усыновить. Стой, ты кто? Ты сам? Дяденька, монетки не найдется. Вот! Правда? А у тебя есть место, где я смогу жить? Да. Ух ты, на самом деле? Правда? Ты правда возьмешь меня? Да, конечно, дочь. Ура, спасибо, дяденька. Гордый родитель. Обещаю, я буду тебе лучшей дочкой. Да? Хорош! Ха-ха, ребятенок мой, беги! Беги, там тебя Литка ждет, мать тебя ждет, беги! Торцующей кобыле можно остановиться на ночлег. Я только что ребенка родил, куда ты лезешь, какой усталый вид, ты вообще попробуй его сам родить, потом я посмотрю на твой вид, смотри, как щемит! Вдруг что-нибудь украдет, надо за ней проследить. Рот закрой свой. Давай. Сейчас Литку познакомим с ней. Заходи. Стой. Я работаю с мамой. Ты уже с мамой работаешь, ладно. Если у тебя есть мама, все, никаких разговоров нет. Ничего не знаю. Нельзя же. Это то, о чем я мечтала. Да? Я знаю, это мелочи, но я нашла симпатичные штучки. Они в сундуке в моей комнате. Если тебе что-нибудь понравится, бери. Я тебе так благодарна. Хочу хоть как-то отплатить. Серьезно? А где твоя комната? Подожди, что за штучки? Вот это детская, да? Ну-ка, штучки-дрючки. Маленькая жемчужина. Пчела. Стрекоза. Ай, ладно, игра. А ты подожди. Как эта кровать не принадлежит маме? Это мой дом. Вы что, попутали, что ли? А я могу двух детей усыновить, да? Судя по количеству кровати. Где ледок-то? Говорили, еще на ледке можно жениться. Ну-ка, попробуем. Ледок, здорово. Что тебе нужно, мой Тан? Нет, нельзя. А как? Я Тан, что это значит? Что делает Хускарл? Тан, я молодец, а Хускарл, я знаю, что делает. Я присягаю тебе на верность, как своему Тану. Я буду охранять тебя. А если вы меня обманули, то это, короче, косяк. Я вас найду и накажу. А если нет, то напишите, как правильно жениться на ледке. Если уж ребенка завел, так надо действовать до конца. Так, нам с вами надо на медоварню. У нас есть что продать? Стой, мать, купи что-нибудь. Ты умеешь, погляди. Да, у нас же есть кольчуга, кстати, писали про нее. Она типа отравляет, там рядом каких-то этих. Типа она дает вообще нормальные бонусы, все дела. Ух, нихера как дорого все стало. Ну так правильно, я же прокачиваю навык. Двемерская броня королевства, колдовства. Перчатки, сапоги. А, это твое, сука. Опять, на, мать, постучишь кому-нибудь. Так, из оружия, что, из оружия ничего не продам, из одежды. Бонитовая кольчуга, к чему в свойствах? Вы движетесь тише, а противники, подошедшие слишком близко, получают 5 единиц урона ядом в секунду. Ну и что в этом прикольного? Ну, движусь я тише, да я и так уже двигаюсь так, что меня не услышит. Я сам себя уже не слышу, не то, что кто-то. А вы говорите. Нет уж, не буду. Я продам эту кольчугу. Когда мы деньги в каких-нибудь купцов вложим, чтобы у них было побольше, я все это продам, и все будет нормально. Осталось, короче, найти жену, обустроить дом до конца, хотя я, по-моему, полностью его обустроил вайтрановский, да? И может быть, еще где-нибудь дом купить. А может быть, открыть какое-нибудь производство там, замутить частный бизнес или что-то типа того. Короче говоря, не знаю, погнали. Можно ее лошадь, например, купить. Хотя лошадь у меня есть. Да, кстати, у меня же есть лошадь какая-то, там по крику призывает, все про нее пишут, про нее пишут. Я не хочу ей пользоваться. Это лишние проблемы, лишние лошади, нахер они нужны. Вот ты, короче, быстро сдыхаешь, вообще беда. Медоварня, погнали. Сейчас мы, короче, будем травить грузунов, насколько я понял. А может быть и не будем травить, сразу отравим что-нибудь то. И вот еще, короче, просьба к вам, ребятки, вообще прям большая. Мне сказали, что вот одежда, которая... Которые перчатки и которые сапоги, они типа не прибавляют атаки одноручным оружием, когда я пользуюсь этими вскрытыми ударами. Напишите мне по этому поводу подробнее. Если действительно так, то надо туда что-нибудь другое закачать. Туда, возможно, проще будет закачать магию, чтобы мне хватало на бурю. И мы сможем тогда всех, короче, стравливать, потом быстренько кастовать туда еще и бурю. Они бьют друг друга, буря бьет их, а я их еще и добиваю до конца. Так будет еще веселее. Поэтому по этому поводу напишите.
Хотя я, может, не дотерплю и сам уже это где-нибудь прогуглю, не знаю. Посмотрим. Но все равно написать вам, короче, надо. Советы я комментарии читаю по Скайриму. Прям в последнее время прям читаю все. Прям сижу, короче, открываю серию и читаю там по 800 комментариев. Половина из них бесполезных, половина из них забаненных пользователей с просьбой подписаться на их канал. Зачем? Прям не могу. На Здорово. Что ты пялишься? Не видишь, у меня тут проблемы. С чем? С волосами? Ты что, издеваешься? Посмотри вокруг. Нет, я должен подготовить дегустацию нового особого меда Хонинга для капитана стражи. Если он увидит медоварню в таком состоянии, для меня все будет кончено. Ну, как бы да, я помогу тебе. Да ну. Еще скажи, что сделаешь это просто по зову сердца. Конечно, надеюсь, я... Надеюсь, ты не будешь требовать оплату авансом. Я вообще мать Тереза, ты че? Я только так и работаю. Гони аванс, или я заору крысы! Ладно, ладно. Не стоит принимать необдуманные решения. Вот половина. Остаток получишь, когда работа будет сделана. Окей. У меня одно требование. Этих паразитов нужно уничтожить раз и навсегда. Пока моя репутация не погибла окончательно. Да без проблем, чувак. Как их уничтожить? Я купил яд. Хотел заставить этим заниматься моего ленивого помощника Малия, но он опять куда-то запропастился. Если ты его положишь в гнезда этих тварей, они уже не вернутся. Окей, а сколько ты мне дал-то? Не возвращайся, пока все они передохнут. У меня что-то не всплыла, это надпись, что я тебе получил сколько-то денег. А, пятихаточку отвалил мне, нормально. Так, все. Ну вот, теперь мне все это убирать. Уберешь, что ты... Ох ты, мать твою. Еще, нет. Нам сюда? Где-то тут должен быть... А, ну да, вход в подвал, пойдемте. Отравим пару крыс. О, мне даже ключ дал, вообще красавчик, прям молодчик. Сядем, надо сесть срочно, короче, сесть. Бафнуть себе невидимость. И погнали. Так, отравить надо чан. До свидания. До свидания. Где у него чан-то находится? Он где-то здесь, да? А у нас два задания. Сначала надо отравить, а потом еще и чан захерачить. Потому что если мы просто, наверное, отравим чан, он заподозрит что-то неладное. И всех нас перебьет. Эй, не попал, сука. Ну-ка, стой! Ишь ты какой сорвался, ты посмотри. Оу! Чувак, осторожно. Да сколько вас тут? Так, ладно, давайте посмотрим по карте, наверное, что нам тут показывают. Ух, нихера тут далеко. Отравить гнездо, отравить чан с медом. Ну ладно. Нам до конца надо пройти. Тут какое-то огромное подземелье получается. Ну без проблем, насрать вообще. Добежим. Как он вообще мог все это построить? Каким образом они так далеко от... Ох, нихера себе поворотик. Ну-ка, давайте-ка повеселимся маленечко. Чутка совсем. Опачки! А меня никто не видел. Кстати, а вот попробовать. Ну-ка, быстренько прям. Так, ожерелье самоцвет. А, у меня... Ладно, не буду. У меня буран сейчас никуда не поставлен на быстрой кнопке. А на джойстике, короче, что-то нельзя вызывать быстрое меню быстрого доступа, потому что что-то недоделано в этом моде, который я скачал. Отошел от меня. Ты всех убил, что ли? Стой, чувак. Отличненько. А что-то некачественно. А, вот, отлично. Надо что-то немножко с этим модом доделать для джойстика, потому что он не вызывает у меня меню быстрых этих... быстрого доступа для заклинаний. Никак вообще. Хотя вроде там написано, что надо нажать на то-то, на то-то. А в итоге нажимаешь, и ничего не получается. Так, нам сюда. Пойдемте. Опачки. Очень далеко. Забрались эти крысы. Теперь понятно, почему их не может убить, потому что до сюда хер дойдешь. До сюда способен дойти только избранный Довокин. Потому что убийство крыс — это самое настоящее дело для Довокина. Так, гнездо, замечательно, давайте-ка его... Ты кто, мать твою, еще такой? Кто это?
Я не понимаю, что это за мужик, но надо как-то, наверное, с ним побазарить. Спросить, что за херня здесь происходит. Оп, спокойненько. А вот сюда примерно. Отлично. Ну, неплохо. Так, чувак, ты кто? А, понятно, 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 говорю. Ух, нихера себе, чуть не выхватил сейчас вообще прям смело. Вот это поворот. Так, ладно, чувачки, вы сами напросились. Тебе не спрятаться от меня. Еще как спрятаться, чувачок, еще как спрятаться, поверь. Фаерболами кидается, паскуда. Наверное, мне показалось. Ай-яй-яй, сука, опасный. Это я возьму. Это я тоже возьму. Тоже нормально. Так, подожди, а у нас что-то мы подобрали. Давайте посмотрим. Может, как квест опять какой-то дадут? Да по-любому квест дадут. Так, дневник Хеймлина, ну-ка. Че, ничего не дают? Печально, да, он мне не нужен. Пойдем дальше. Я думал, он какой-то добрый, там что-то скажет мне, чувак, я здесь борюсь с крысами, помоги мне тоже, все дела. Сука, сразу меня фаербол зарядил, вот собака. Нельзя так спокойно реагировать на любых незнакомцев, которые обещают, обитают в пещерах, иначе все будет очень печально. Это вот реально подфартило, он бы мог меня выхлестнуть только так. Надо сохраниться на всякий пожарный. А то еще какая-нибудь паскуда сейчас появится и тоже мне даст. Так, как, кто у них чан-то? Вот этот чан? Нет, не он, а кто из них главный? А, вот этот. И как его травить? Слышь? Где отраву-то кидать? Эй, чан. Джейки чан. Куда тебя засунуть-то? В яд, алло. Что-то я не понимаю, что сделать надо. Надо сначала обрыскать, что тут есть. Может, что-нибудь полезного найдем. Наверное, сверху на нее запрыгнуть надо. А, ну да. Кто ж знал-то? Так, кража из сундука. Нахер, не буду воровать. Отлично, все. Поехали. Да что ты будешь делать? Не та кнопочка. Нужен ключ. У меня есть ключ, ты что? А, вот он. У них со всех сторон разные ключи. Это как так? Обычно же в играх везде, если к одному дому подходит ключ, значит он все открывает. А здесь нет, смотри, хитро, действительно. Так, дальше-то чего? Надо вернуться к нему, получить награду, я так понимаю. Ты кто такой? Если хочешь попробовать лучшими... Неймар какой? Футболист с Кареми, Эймар, Неймар. Он все имя поменял, чтобы его никто не узнал, чтобы никто к нему не приставал. А я-то знаю, я-то его спалил. От меня хер скроешься. Неймар, ну что ты будешь делать, а? Все-то думают, что он так плохо сдал, короче. Он, оказывается, Скорим рубает. Здорово. Тебе что-то непонятно? Что за наезд-то, я не понял сразу. Ну, самое время. У меня уже сил не было капитану зубы заговаривать. Ну, ладно, что ты. Плату тебе мою давай. Тебе придется подождать, пока капитан не закончит. Че, охерел, что ли? Можешь тут посидеть пока, если хочешь. Присутствовать на дегустации. Окей. Жду не дождусь, когда сам скулит. Так, Сабьер, я буду присутствовать теперь, вот так вот. Когда мы решили твою маленькую проблему с вредителями, что если я испробую твоего меда? Давай. Конечно, мой господин. Это мой лучший мед. Зовется особый мед Хонинга. Думаю, вкусовая палитра придется вам по нраву. Да брось ты. Это мед, а не вино. Чтобы его нюхать и смаковать. Во-во. Во имя восьмерых... Что? Что это такое? Я не знаю. Что-то не так? Помираешь? Ты уверял меня, что тут все чисто. Я тебя в кандалах сгною. Нет, пожалуйста, не понимаю. Молчи, идиот. Сам виноват. Не стоило располагаться в таком загаженном месте. Его уже это... Пожалуйста, все совсем не так. Извини, чувак, но все так. Ты тут будешь за старшего, пока я совсем не разберусь. С удовольствием. О, а ты, это ж наш. Ты идешь со мной в драконий предел.
Увидим, как тюремный воздух прочистит тебе память. Теперь двигай. Послушайте, уверяю вас, это какое-то невероятное недоразумение. Сказал, двигай. Прощай, Сабьор. Это подстава вообще, а? За что? Двигайте, сказали. Будешь ждать, как в чан крысиный яд подкидывает собака. Здорово. Все прошло как нельзя лучше. Это я, не могу. Тебе еще что-то нужно, прежде чем ты вернешься в Рифтен? Мне нужно проверить книги Сабьорна. Значит, Мавен хочет найти частного партнера Сабьорна, да? Походу, тогда да. Тогда тебе прямая дорога в кабинет Сабьорна. Он держит большинство бумаг в столе. Вот, это тебе пригодится. Спасибо. Ключ от комода Сабьорна. Выяснить личность тайного партнера Сабьорна. Хорошо, а это не где? Не забудь замолвить за меня словечко перед Мавен. Это наверху. Да лай, какое еще словечко? Не буду. Заткнись уже. Если тебе не дано выполнять задание как положено, то я тут ни при чем. А я мастер своего дела. Мне сказали отравить, я отравил. Я молодца. Так, где вход-то? А, вон он. Хер, доберешь еще до этих его записей. Ты посмотри, собака, как далеко забрался. Ключ от дома Сабьорна. Иди-ка сюда. Опа. Да я бы и так его открыл, в принципе-то. Я не получил свои 500 золотых, между прочим, за эту всю херню. Он должен был мне их отдать, украсть миска. Кража из комод Сабьорна. Чего там у нас? Уведомление о расчете. Прочесть. Уважаемый Сабьорн, в прилагаемом к этому письму ящике ты найдешь последнюю часть платы. Как мы договаривались, теперь медоварня Хонинга должна начать полномасштабное производство. Что же касается твоих опасений о вмешательстве, Мавен Черный... А, страницу еще можно перевернуть. Мавен Черный Вереск, то уверяю тебя, я сделаю все возможное, чтобы держать ее и ее дружков на расстоянии. Это начало долгого и успешного будущего для нас обоих. Какой-то значок, они, судя по всему, про этот значок так и говорили. Так, давай-ка я это возьму. А золото оставлю. Вернуться к Мавен Черный Вереск. Погнали, вернемся. У-ху! Нормальный полет. Короче, все, понял? Давай, ты теперь управляешь, чтобы все было нормально. Я Че ты отвлекся? Я не могу поверить, что все получилось. Стоял. О, а ты тут. По-моему, в своем каком-то мире вообще обитает. Вернемся сейчас мы к маме. Ой, к маме, как ее там? Мама Черный Вереск. Не помню, как ее правильно зовут. Как-то так. Да скажем ей, что все, короче, нормально. И так что, мать, не угорай. Карта мира. Она стоит у нас на улице, да? Поехали на улицу. Чтобы очистить чьи-нибудь карманы, подкрадитесь к жертве, нажмите кнопку, когда появится подсказка. Осматривать содержимое можно, а вот если что-то стащите, это уже преступление. Это как это? Стоишь ты, короче, на остановке. Ждешь автобус. К тебе подходит чувак и начинает осматривать твои карманы. И ты ничего не можешь ему предъявить, потому что осматривать карманы можно. А вот если он тебя что-то возьмет, сомневаться не приходится. То тебе прямой дорогой идти в милицию. Полицию, как там правильно сейчас, херу пойми, меняют туда-сюда, не разберешься. Здорово. Надеюсь, немного мы узнали. Единственное, что может указать на партнера Сабьорна, этот странный символ. Он не первый раз встречается. Что ж, кто бы ни подписывался этим странным символом, он пожалеет, что связался со мной. Да, твои угрозы прям обосраться. Немедленно сообщи обо всем в гильдию воров. Еще есть вопрос твоей награды. Думаю, тебе понравится сумма, которую я плачу за услуги. Железный меч льда. Ну, прям обосраться очень полезно. Прям просто полезнее еще не встречал награды. Черный меч. Ой, какой там? Какой-то меч льда. Оружие. Так, у меня все правильно надето? Да. А, оружие, железный меч льда. Наносит 15 единиц урона холодом и такой же урон запасу силы. Прям вообще за такие награды. Готов вечно вам служить, госпожа. Черный вереск. Нет бы чего-нибудь полезного дали. Она столько бабла на этом подняла, само собой, не конкурента нет, теперь все продажи ее. А мне отдала какой-то ненужный нахер никому меч льда. Меня используют, просто используют, как этого. Так, мне куда? А где этот пёс-то? Ты кто? Хочу тебе кое-что сказать. Оставь это при себе.
Куда-то сюда, что ли? А, нам выйти надо. А, ты спрятался вообще? Ты тут запутал меня. Я Вольф. Говорят, что бедолага Сабьерн попал в тюрьму в Вайтране. Как же ему не повезло. Ну да, он, оказывается, людей убивал. Именно. Теперь ты понимаешь, как работает наша система? Да. Мавин сообщила, что тебе удалось там что-то еще раскопать. Это важно для гильдии? Для гильдии вряд ли, но для Значит, бабы точно. Это не совпадение. Сперва Оренгот, теперь Сабьерн. Кто-то пытается нас задавить. Поссорить Мавин с гильдией. А это тут при чем? Если вы заодно работаете, она же понимает, что вы тут ни при чем. Мерсер думает, что знает, как вывести нашего врага на чистую воду. Он хочет тебя срочно увидеть. Да? Я бы на твоем месте поторопился. Я его никогда таким злым не видел. И почему мне не страшно, я не знаю. Начато каприз Нет, негодяя. Не... Ух, нихер тут сундуков. Ой, все вскрывать надо же, блин. Поговорить с Мерсером Фреем. А чё у вас тут такое прячется? Ладно. Я, короче, потом все это повскрываю, если не забуду, когда выполню все сюжетные задания по этому, по этой гильдии. Можно будет их немного, короче, ограбить. А, вот ты. Ну а чё поживиться? Они мне, суки, сбагривают мечи, которые никому не нужны. Я это так просто не оставлю. Вот и ты. Да, вот я. Поговорил со своими людьми по поводу добытых тобой сведений о поместье Златоцвет, но никто не смог опознать этот символ. Херовые у тебя люди. Я поговорил со своими людьми по поводу добытых... Похоже, враг пытается нанести нам удар из-под тишка, настроив против нас Мавин Черный Вереск. Очень умно. Я не понимаю, как. Как они настраивают, если и та про символ знает, и этот про символ знает. Как они могут между собой поссориться? Послушай, нам нужны такие люди. Не стоит недооценивать врага. У них много средств, терпения... Им удавалось годами оставаться в тени. Они темное братство по-любому. Не спутай мое восхищение со слабостью. Наш враг будет жестоко наказан. Какой ты злой дядька. Несмотря на всю их осторожность и тщательное планирование, они допустили ошибку. Какую? Найденный тобой купчий упоминается Гаджул Лей. Согласно моим источникам, это старый псевдоним одного из наших связных. Его настоящее имя Гулумай. Скользкий ублюдок. Не сильно отличается от псевдонима. Гулумай. Наш агент восточной имперской компании в Солитьюде. Готов поспорить, он был посредником при продаже поместья Златоцвет. А значит, он может назвать нам имя покупателя. Найди его и вытряси из него все, что сможешь. Если будут вопросы, поговори с Бриньольфом до отъезда. И чё, по-вашему, тупое, но... Это дополнительное задание. Тем более он тут... Куда ты полез, ты утонешь? Не Сиди спокойно. Поверить, что Гулума... Проблемы? Он один из самых упрямых ящеров, которых я знаю. Ящеры. Да, ящер-работёнка. Да ладно. Тебе придется подкупить его. Только так мы привлечем его внимание. Если это не поможет... Следи за ним и узнай, что он задумал. Этот Гулумай просто взорвался, и можно будет на него надавить. Предатель он или нет, жить он будет. Если он нас предал, он станет нашим должником, да? Да, это верно. И учитывая, что он лазает в карман Восточной имперской компании, мы этим воспользуемся. Да, вообще нормально. На всякий случай, еще раз скажу, он нам нужен живым. Пока просто сиди у него на хвосте, и он точно вступит во что-нибудь, чего так просто с подошвы не ототрет. Удачи, Сергей. Замечательную фразу хочу вам сказать. Напомню. Так, нам куда? Нам на выход. Это надо взять вам на вооружение этот словарный запас. Встанет в то, что точно с подошвы быстро не ототрет. Замечательное, по-моему, выражение. Алло. Да как она громко открывается-то? Нам куда с вами? Нам надо топать в восточную компанию в какую-то, я так понял. О, нихера себе. Это чё? Это Солитьюд. Там, кстати, нормальные магазины. Там сейчас можно как раз-таки что-то продать. Там очень много магазинов, если я ничего не путаю.
Там магазин каких-то шмоток, там баба торгует, у нее деньги обычно бывают. Магазин всякой хероборы, там тоже баба торгует, у нее тоже деньги бывают. Сейчас кому-нибудь что-нибудь сбагрим. Опачки, нет, не та кнопка, вот это. Так, пойдем-ка, побегаем пока от третьего лица. Какой адепт, сколько времени-то? Подождем. Эти скайримовские приколы. Если стоять перед дверью и ждать, то нихера не сбрасывается. Надо отвернуться, повернуться, а иногда отбежать, подбежать, чтобы у тебя пропала там эта хрень, что нужен типа замок открыть, потому что хозяин еще спит. Неужели здоровый? Женщине нельзя побыть наедине с собой? Оставь меня. Последний раз предупреждаю. Убирайся, а то я позову стражу. Нужно было меня слушать. Стража, помогите. Я что сейчас сделал не так-то? Подожди. А время сколько? 11:30. Чего не так? Я сделал-то? Это типа она может считать, что я завалился к ней ночью? Тебе нельзя здесь находиться. Да рот закрой свой, дай поторговать-то. Тебе здесь не рады. Мне похеру. Тебе здесь не рады. Вы чё, бабы, попутали, что я не... Чё происходит? Они чё такие агрессивные-то? Я же ничего вам не делал. Я просто хотел поторговать. Отсюда тоже выгонят или чё? Тут накинусь просто так. Иди нахер, я тебе уже давал, медики, здорово. Что тебе нужно? Погляди. Сейчас погляжу. Так, чё тебе продать, во-первых? 750, ну что ты будешь делать? На, возьми, хоть это возьми. Жерелье рыцаря, на, тоже возьми. Это дорого, мать, это тебе не пойдет. Так, зелье силы, увеличивает переносимый вес. На. Снадобье здоровья. На. И все, в принципе, хватит. Непонятно пока, кому кольчугу брать, он слишком дорого стоит. Ни у кого из торговцев нет, в принципе, такого запаса денег. Как я могу им это продать? Херово пойми. Так, нам надо с вами найти этого ящера и сказать ему, слышь, ты, короче, попал. Ты нам это, чувачок, ты денег задолжал нашей группировочке, вообще, развивающейся очень хорошо. Ой, ой, надо подставить его. Где он, падла? Интересуешься свежими сплетнями? Мне есть что рассказать. Я не сомневаюсь. Привет. Итак, кто это у нас тут? Судя по... Ай, подожди. Ай, как это громко. Не надо петь, у меня квест, мать. Попробуем еще раз. Итак, стой. Кто это у нас тут? Я насчет поместья, вот. Я не торгую землей или недвижимостью. Но если тебе нужны товары, это, конечно, ко мне. А что за товары у тебя? Да, ты не отнекивайся. Ай, постой. Ты говоришь, поместье Золотоцвет? Да. Мои извинения. Прости, но я почти ничего не знаю про эту пасеку, да? Ты что-то врёшь, Может, да, а может и нет. Не могу же я помнить все свои сделки. Куда ты пошел? Ты слышишь, трепло, давай не это. Так, назови мне покупателя, и мы все забудем. Давайте будем ему угрожать. Неужто Мерсер Фрей вас, ребята, ничему не учит? Вообще убьёшь нет. Меня, и конец вашему единственному выходу на Восточную Имперскую компанию. Вредно для дела. Сука, смотри, все знает. Так, ну давай тогда убеждение. Мне плевать на твои обещания. Если я скажу тебе имя покупателя, и кто-то об этом узнает, мне конец. Ты достал, давай уподкуплю. А вот это предложение весьма кстати. Мне как раз нужно кое-что раздобыть. У меня нашелся покупатель на ящик огненного вина. Огненное вино? Один такой ящик как раз хранится в Синем дворце. Принеси его мне, и мы поговорим про поместье Златоцвет.
герой, он бесстрашный, он непобедим. Так слушайте, норды, о славе его. Здесь слишком громко, здесь слишком шумно и слишком людно, они все. Что такое Синий дворец? По-моему, все сходится. Синий дворец, ящик огненного вина, он получил свое название из-за его обитателей после употребления этого вина, я так понимаю. Шутки за 300, поехали. Так, украсть ящик огненного вина. Это мы будем выходить через мост. Давайте пойдем вот отсюда. А там скала, там долго выходить. Нет, пойдемте лучше на выход. Вот здесь вот пойдем. Через этот, так сказать. Да что за старый ветеран уже, я ему под, вот как-то бегал, короче, что-то продавал, я ему подавал, он благослови тебя, Господь. И опять, сука, просит, наглый какой, а? Ненавижу прям его. Просит, это как в этом, в Dragon Age Origins. Есть эльфинаж там, конечно, если эльфу, короче, дать денег, он позовет другана, даешь денег другану, он зовет целую толпу, и там начинается беспредел. Если у кого-то сейчас возникла дичайшая, просто наивеликолепнейшая мысль предложить мне пройти Dragon Age Origins, быстренько ее забудьте и оставьте при себе. Я не буду проходить Dragon Age Origins, потому что я его проходил уже раза два, три. Мне нравится эта игра, но по много раз проходить я ее не буду, не хочу. Это все, все, что я хотел вам сказать по поводу этой игры. Она хорошая, она классная, она мне нравится не менее, чем Skyrim, не меньше. Так, куда нам с вами? Нам надо идти к какому-то мосту. Ты, наверное, зря спустился, да? Или вообще надо было выходить в другую сторону, я так понимаю. Хотя, хер, давайте попробуем вот здесь пойти. Может, получится. Нет, по-моему, надо было вернуться назад. Склад Восточной Имперской Камни. Нет, это не то. Нам надо наверх туда. Но есть как бы вариант портнуться обратно в Solitude. Ну, а я совершенно в другую сторону пошел. Ну, естественно, надо, наверное, найти какой-то другой выход из Solitude. Потому что этот выход дает нам в какие-то дворы, а значит, где-то есть выход какой-то центральный, какой-то мост. Да? По-любому. Так, а куда туда? И где здесь выход? Давайте-ка быстренько проберемся, пробежимся, попробуем, посмотрим. Здесь рынок. Их ни хера нет. Можно, конечно, шмальнуть через забор, почему нет-то? Попробовать по заградам, по оградам пробежать, но что-то, по-моему, не получится ни хера. Где-то здесь всякое есть у них выход, по-любому. А, ну вон как раз-таки и башни, и все, вот он, по ходу дела. Да-да-да. Где птичка? Тень, есть птица, нет? А, вон она. Я уж думал, что за херня. Глюки у нашего главного героя. Синий дворец. Привет. Вот, собственно, и он. Давайте тогда мы в него зайдем. И на этом мы, наверное, серию закончим. Потому что пора. Просто пора. Никаких объяснений не будет. Есть такое слово «пора». Иногда есть такое слово «надо», а иногда есть слово «пора». Пара-папа. Здорово, пацаны. Сохраняюсь, короче. И ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, которую мы начнем прям-таки из Синего дворца. Все. Всем пока. Раньше здесь был мат.